Лёд скользкий. А это панкеля. Лёза, Марина, как начинал? Да ничего, все нормально. Понял? Я не пили его всё за что! Это скользкий лёд. Они должны угадать человека, загаданного на карточке. Важно назвать не только персонажа, но и его зашквар. Они по очереди задают друг другу вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Побеждает тот, кто первым догадается, кто он. А тот, кто отгадает последним, отдаст победителю 10 тысяч рублей. Я футболист? Да. Да. Я действующий футболист? Да. Я русский футболист? Нет. Нет. Я... Давай, ты же побеждать. Давай, побеждай. Жестко. Сразу вопрос первый, вот, который ты прям приблизит тебя на 50%. Я имею отношение к футболу. А эта передача я вообще как замышлялась? Ты вот так вот? А я по вашим ответам сейчас. Если бы я был, допустим, Месси, вы бы такие сразу «да». Давай. Я имею отношение к футболу? Ну, можно так сказать. Я футболист? Допустим. Все это значит уверенное «да». Я действующий футболист? Да все степени. С тобой понятно, конечно, да. Так, я играю об... Зачем эти правила вначале были где? Только да или нет? Ну да, я хочу сбить его уверенность. Нет, это просто актерские данные надо показать. Ну да, пусть. Да не, я четко иду. Смотри, я действующий футболист. На 70%. Я играю не в России? Да. Да. Пацаны, три вопроса до победы. Давай. Тебя осталось. Я играю в блистательной манере. Да. Я... Блин, было бы круто, если бы ты сейчас двумя вопросами уже отгадал, одним даже вопросом отгадал, и второй вопрос просто потратил на херню какую-то. Да, это было бы круто. Это конфеты, да, такое? Я играю в этом году в Еврокубках. Да. Засомневались, значит, это не топ-клубы. Я играю в топ-5 чемпионатов. Да. Пацаны, осталось 600 игроков. Ты единственный человек, который насобирал до хера, да, но не приблизился даже на сантиметр. Может, сантиметр это какое-то... Это подсказка? Подождите. Побудет на этом уровне пока. Пока побудет. Так, я играю за команду, в форме которой присутствуют красные цвета. Нет. Я попадал в офсайд больше 530 раз. Да. Да. Да? Да. Блин, подожди, а если потом статистика покажет, что нет? А мы этот вопрос знали. Там человек говорит, да. Не, мы правы, мы так следим за футболом. Значит, я футболист, и значит, я играю в нападении. Вопрос задай. Какая логика? Вопрос задай. Не, это я уже выяснил. Давай, а ты с нами делишься своими размышлениями, да? Я правша. Да. Да. Я пробиваю, смещаясь, два раза убрав мяч. И ближе к центру штрафной давай пробиваю нет, в угол. Ну, прикол затянулся, давай нет. Нет, ну это и правда нет. Это правда куда нет. Куда он пробивает? Нет, я имел в виду кого-то типа Робена, но правшу. Нет. Это не Робен. Я найду видео. Давай. И отсужу, и мир у них деньги за это. Да, вот окей. Я найду видео со смещением. Давай. Кстати, чуть не забыл. Вы в курсе, какой у Винлайна для вас есть подгон? Чем больше событий в экспрессе, тем выше бонус на выигрыш. До плюс 50% бонуса вместе с экспрессом экстра от Винлайн. Регистрируйтесь по ссылке в закрепленном комментарии. У него было смещение на другое? У него было смещение, да. Так. И он потом его ортопед исправил. Будем следовать логике. Если вы все футболисты, То здесь может быть не футболист. Давай, попробуем так. Здесь не футболист? Нет. А, кстати, нет, он прав, такое впервые. Что? Что все футболисты. Неправда. Я представил, как Шерлок просто разворачивается и уходит. С первого вопроса просто. Там все чертоги рухнули сейчас. Убийца-садовник? Нет, я пошел. Я пошел. Ватсон, уходим. Так, я, получается, футболист действующий, но не из России. Я европейский футболист. Да. Он из топ-5 чемпионатов? Нет. Нет? Нет. У меня недостаточно информации. Нет. Мне нравился твой вариант. Нет. Давай. В форме моей команды присутствует синий? Нет.
Так, блядь, такого не бывает. В смысле? Не может быть клуб, у которого и домашняя выездная форма без красного и без синего. Без. Такого не бывает. Значит, это Ювентус. Давай, давай, давай. Везде бывает. Да. Я играю в АПЛ. Нет. Так, я футболист. Да. Да. Я российский футболист. Да. Я действующий футболист. Да. Так, этот футболист играл ли в Еврокубках? В этом году, да? В этом году. Нет. Я атакующий игрок. Да. Я нападающий? Нет. В моей форме присутствуют черные цвета. Вы заебали? Они, блядь, в черно-белые играют? Корректно задай вопрос. Как? Можно корректно задать вопрос. Ну, бывают разные формы. Типа. Домашняя, выездная, резервная. В обоих комплектах? Нет, подожди, в обоих комплектах. В одном из моих двух комплектов, я ж на победу играю. Угу. Ты думаешь, я не сформулируюсь, пиздец. В одном из моих двух комплектов формы присутствует черный цвет. Ну, ты опять, блядь, я не понимаю. Что? Потому что там их не два комплекта. Ну, есть же еще резервная форма. Есть форма, в которой присутствует черный цвет. В моей форме домашней присутствует... Сейчас доебетесь. Изображение доебетесь. Козла. Доебетесь. Типа, ну, белый или давайте так, белый и сливочный. Для вас один цвет? Есть ощущение, что от него просто цветные конфеты надо убрать, да, и вопросы поменяются. Давай, какого засыпем сейчас? Взорвется все. Ну, короче, да? Какой или вопрос нет? Задай? В моей форме присутствуют цвета, похожие на белый и сливочный. Ну, да. Ну, да. Ну, просто вы сейчас скажете, допустим, Реал — это не белый, мы их называем сливочные, и нам поебать, что они играют прям в белом. По-моему, ты сам... Да подожди, это сейчас будет вопрос, а эти цвета были в тренде в последней коллекции Прата, блядь? А скажи, моя жена бы поняла, что это... Белый есть там? Да. Все, сидишь, орешь. Я ору? Ты выиграть должен был два вопроса назад, по-моему. Этот клуб? Был из Испании? Нет. Ну что ж... Так, что там со смещениями, Эмир? Я нападающий. Да. Я забиваю больше 10 голов за сезон. Ну, а как это так сказать? Вопрос какой-то странный. Не, ну, нет, получается, ответ на этот вопрос. Ну, это много забивающий нападающий. В среднем нет. Много забивающий нападающий. А подожди, вот, что ты взял, что ты вообще забивающий? Да, 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 да. Нет, а как это определить? Вот смотрите, если это не Левандовский, это не Левандовский. Подожди, нет, вот ты мы его уже и выяснили. Стоп, подожди, забивающий где? Я не хотел вас ссорить. Я позвонил в комитет по филологии, и они говорят, что на этот вопрос ответ нет. У меня российский паспорт. Да. Совершенно верно. За сборную я вот играю? Нет. Нет. Опять из филологического комитета позвонили и сказали, что нет. Так, я, получается, не в топ-5 лиг играю. Я играю в чемпионате Голландии. Да. Что ты радуешься? Я тоже удивился, но я вижу, кто там. Ну, я играю в топ-3 голландских клубах. ПСВ, Аякс и Фейенорд. Да. Я играю за Аякс? Нет. Там еще два варианта. Мой клуб, да? Мой клуб из Англии. Да. Мой клуб за последние 10 лет выигрывал чемпионат? Да. Поняли. Не Лестер, не Челси, не МЮ, не Ливерпуль. А ты с каким цветом? Я играю за Манчестер Сити. Верно. Почему нет аплодисментов? Да потому что ты должен был выиграть эту программу еще 4 вопроса назад по твоему же плану. Я охуеть как пришел к Манчестер Сити. Очень долго. Ага. Очень долго. Ой, сидят выебываются. Эмир смотрит на тебя и вообще... Ты даже понимает. Преодолел борьбу оттенков. Просто оттенков. Вопрос. У меня на форме есть синий? Нет. Вот когда синий, но нет. Это, блядь, голубой. Ну, правильно, я и вот. Слышишь, что дед говорит? А может, это больше зеленый. Морская волна. Так, а чемпионате Англии. Я сейчас играю за Ман-Сити. Да? Я чернокожий. Нет. Давайте по чемпионатам пойдем. Я из чемпионата России. Блин, надо, наверное, ему намекнуть. Ну, да, надо. Да. Там филологический комитет по временам как-то немножко вопросы задавал. Да. Я действующий игрок. Нет. Вот, наконец-то, нет. Слава нет. богу. А я играл когда-то из вот если. Да. Играл за сборную, да? Да. И сейчас я действующий, правильно? Да. Футболист. Играл за сборную, действующий футболист. Я из города, из клуба, который представляет город, где есть река. Кстати, да. Кстати, да. 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 Блять, а какой город он отсек сейчас, блядь?
А я город, город, в котором есть кинотеатр. Я тяну время. Какие футбольные клубы рядом с Нилом, я знаю. Так, я тяну время. Город без реки. Амазонка. Соответственно, в городе есть мосты. И набережные. Да. И рыбаки. И, скорее всего, стадион. И, возможно, не один. Так, а это река... Впадает в русло. Входит в топ-10. Это река... Унесет меня куда-нибудь? В Каспийское море, вот. Впадает ли? Ну, эта река представляет свой Каспийский... Ну, Каспийский бассейн. А? Нет. Точно, подумайте. Я думаю. Каспийский бассейн или нет? Все, понял. Что-то понял, и не дай бог, блядь. Так, я что, играю за ПСВ? Ну, вы знаете, да, что Москва впадает в Аку, Ака в Волгу, а Волга в Каспийское море, да? Да, все знаем. Мы уже... Комитет по географии отзвонился, сказал все четко. Я за ПСВ играю? Бля, он хотел таким вопросом половину российских городов, типа... Не, Заба изначально на свою игру шел. Не, Заба просто... Да, да, ты за ПСВ. Реки и города за 200. Черный кот, блядь, в мешке держите. Это не, ну это ловко. Прийти на футбольную передачу, выебнуться знаниями рек, это круто. Подождите, я играю за ПСВ, и я полузащитник, получается. Mm-hmm. Атакующего плана. Такой, да, ладно, я голландец. В этом нет, и зашло. Нет. Блин, а кто там, ну там же, ну, все такие молодцы. Я Кайл Волкер. Че ты улыбаешься? Просто улыбаюсь тебе. Который просто во время пандемии поехал к шлюхам. Ну, ну ладно, поздравляем с победой, на самом деле. Это были проститутки. Я же говорил. Проститутки были. Дима лучший, быстрая и уверенная победа. 30 марта 2020 года во время введенного из-за пандемии карантина Кайл Уокер вместе с другом заказал на 3 часа двух экскортниц. А на следующий день опубликовал пост в соцсети, где призвал людей оставаться дома, соблюдать дистанцию и мыть руки. Ну, шлюхи и проститутки-то да, разные две вещи. Не, согласен. Они... У меня тут еще вызвавшие, если бы я сказал позвонивший, что ты делал. Возможно, да, да. Возможно, они в чате списались. Я тренер? Нет. Нет. Так, над этой рекой разводят мосты? Нет. Нет. Почему ты не спросил, это Питер или нет? Ну, это не только Питер. Ну, я понимаю. И Заба понимает тоже. Как знаток. А вы в курсе? Я просто буду за этот в филологию звонить, я буду звонить юристу. Не, у Забы задача, чтобы люди посмотрели шоу и сказали, эти-то играли, а он хороший мальчик. Да, да. Умный. Блять, он, конечно, проиграл, но какой умный мальчик. Да. А эти своими футболистами сидят, блядь. Так, ладно, я старше 30 лет. Точно нет. Точно нет. Окей. Мой зашквар связан с поведением на поле? Нет. Так, надо в реки куда-то уходить. Я прям чувствую. Там тоже уже рухнуло. Надо куда-то в реки. Так, я из Ростова? Нет. Так, я, получается, младше 30 лет. А вы какой Ростов имели в виду, Великий или на Дону? А Великий стоит на реке? Да. Я извиняюсь. А ты знаешь город, где прям вообще никакой реки? Конечно. Какой? Ну, где нет реки? Ну, в общем, вы представляете себе, город только вокруг вот так вот рек построенный, что ли? Да. А где до хера, где суши, где рек нету, там вообще просто пустыня. Это где? Катар. В междуречии Тигра и Евфрата? Я не могу вспомнить сейчас город не на реке, но они точно есть. Ну ладно, все. Ну ладно. Ну, комитет по географии наверняка позвонит и скажет, что нет. Если среди вас есть отличники по географии, напишите в комментариях специально для Коса город, в котором нет реки. Ладно, я играю за сборную своей страны? Нет. Хорошо, топ-5 чемпионатов я играл раньше. Да. Было дело. Да. Это испанская? Нет. 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 Так, а я раньше, вот до того, как я вот как сейчас... Как реки появились. Да, до того, как появились реки, играл в российском топ-клубе? Да. Да. А я играл за московский «Локомотив»? Нет. Нет. Там на РЖД и реки-то нет. Я играл за сборную на чемпионате, ну, на крупных турнирах, мир или Европа. Да. Я в ПСВ перешел за последние два сезона. Без желания. Мне кажется, да. В течение последних двух сезонов. Мне кажется, да, два сезона. Я из
Восточной Европы по гражданству? Нет. Нет. Архитектурный стиль города, в котором... Так, это по топ-5 надо идти, я так понимаю. Вот, кстати, Эмир, ты посмеялся, очень хороший вопрос был. Да? Чемпионат Германии? Нет. Нет. Так, я играл за московский клуб. Да. Да. Я играл за «Спартак», да. Если речь о топ-клубах. Сейчас я за «Спартак» не играю, а я представляю клуб, который за... Ну вот, на Урале. На Урале клуб. Урале нет. А почему это слово «Урале»? На Урале? На Урале. А если он очень далеко располагает. А ты потом между какими клубами хотел выбирать? Между Уралом и... И все. Нет, не на Урале. Подожди, я гражданство не из топ-5 чемпионатов? Нет. Да, все, окей. Я был легионером в своем клубе. Да. Я из чемпионата Италии? Нет. Нет. Не Вучинич. Я из Рубина? Нет. А, блядь, точно. Волга же. Там же рек. Волга. Запутали меня. Я немец? Да. Опа, немец. Атакующий. А, ёпта, Гёце я? Да. Я Гёце. Ёп, просто это я тоже забыл, что он перешел, да. Гёдзе. Я Гёце. А что Гёце делал? Что он такого? Растолстел. Заболел. Знаешь, такой зашквар заболел. Да, смотря чем. Если творчеством, так сказать, то... А ты же просто согласился, ты же нихуя не понял, правильно? Мы! Я вообще-то, я сейчас вспомнил историю про Павленко и гонорею. Вот. Если заболел, я такой, ну, я, знаешь, гонорея как Павленко. Маленькая детская книжка такая, Павленко и гонорея. Павленко и гонорея. Павленко бежит по лугу. Павленко и гонорея. Это бежит по лугу навстречу гонореи. Нет, это в журнале «Крокодил» какая-то статья, которая... У каждого есть гонорея. Эмир, поздравляем, ты только что без кастинга попал в шоу «Жить здорово». Это случилось на поле? Нет. А вы так долго думали, почему? Чтобы запутать его. Нет. Так, я не играл в чемпионате Италии, не играл в чемпионате Германии, не играл в ВПЛ. Там осталась только французская лига. Как ты? Ты про АПЛ даже не спрашиваешь. Я спросил про АПЛ. Ты сам себе. Поднимите архивы. Ты сказал, я играю в АПЛ, мы сказали нет. А, вот филологически. Конечно. Может, пока мы тут играем, он там еще куда-то ходит, вопрос? Я пропускаю. Новые водные, блядь, у него. Хорошо, красная форма у меня в основном была. Да. Так, красная форма. Это... Красная это форма. Манчестер? Нет. Я играю в данный момент за Химки? Нет. Нет. Звонили из комитета по... Не помню, не буду. Не представились. Это, подожди, это важно. Алло, мы из комитета. Подожди, это назовите важно три цифры с обратной стороны карты. Ты понял, что он хотел тебе сказать подсказку, не придумал прикол и подумал, и хуй с тобой. Да, да. Прикол дороже, блядь. Тут главное, блядь, по филологии. Ладно, ладно, всем позвонили. Ладно. Звонили из комитета одного незаданного вопроса и говорили, что почему вы к нам не обращались. Вот. Так, я... Ебать. Я теперь... Ну, в данный момент имеется в виду не четверг, блядь, вот сейчас я имею в виду, вот. Да. Ну, то есть, сегодня он не играет за Химки, да? Да. А в следующем туре играет, блядь, да? Вот такой вопрос. Нет. Ты очень сильно давно чуть-чуть себя не туда повел. Да, да, да. С реками, да? Где-то с реками посекли. Кстати, нет. Кстати, нет, до рек. Так, Йоц, это связано с нарушением спортивного режима? Нет. Я из Ливерпуля? Нет. Нет. Сейчас, подождите, надо воспроизвести. Я спросил, играл ли я за топ-клуб, да. За сборную я играл, да. Я играл за московский «Спартак». Да. В Еврокубках я сейчас не участвовал. Да. И город не, блядь, Цреки. Все верно. Как не Цреки? Цреки, ну, Цреки, но не, это не Ростов-на-Дону, да. И не входит в Каспийский, да, бассейн. Да. Это важно. Я думаю, этот игрок не знает всех этих деталей точно. Так ты не задал один важный вопрос. Один важный вопрос, а ты не задал вообще. Про действующий футболист. Не задал. Это важно. Это важно, просто задал. Я, ну, у меня российский паспорт. Это ты задал. Я задал. Так. Какой важный, блядь, вопрос. Ты немножко зашорен, скажем так. Более того, даже вокруг тебя есть подсказка. Даже зашорен — это слегка подсказка. Даже у кого-то...
Из комитета филологии позвонили. Из комитета каламбуров, я бы сказал. Даже у кое-кого на голове. Да нет, почти у всех, кроме меня, подсказка на голове. Да хватит, ну тебе подсказывать. Что это ты про волосы? Нет. Опа! Это сильно. Играет ли этот человек там, где есть волосы, блин? Да. Ну я про таблички. У этого человека есть на лбу табличка? Вот такой вопрос про таблички. Так, это футболист, да? Да. Про таблички. Он сидит на лавке сейчас постоянно? Да. Да. Алло, из комитета плохих шуток? У подъезда, да. У подъезда. Я понял, я посмотрел на конфеты и понял. Форма команды, в которой я сижу на лавочке, обладает зеленым цветом? Нет. Нет. Это связано с социальными сетями? Нет. Итак, я знал два клуба с красной формой в АПЛ. Серьезно? Не, ну с полоской. Полоски считаются, что же, да, красными получается? Откуда он про полоски? Блядь, он где-то играет. Я ему говорю, блядь. Вот где он взял про полоски? Ты как будто нам задаешь вопросы, еще какие-то на ультразвуки задаешь, а мы их не слышим просто. Ну ты про полоски когда? Ребят, не кипятитесь. Это Кристал Пэлас? Нет. А еще где там бы. Красный? Еще там бы, есть, там папарацци прям бегают за Кристал Пэлас. Ты что такой вопрос задаешь? Полоски. Чего, блин? Полоски запрещенное слово здесь или что? Ты его как добавил к этой логической цепи? Ну смотри, Манчестер Юнайтед полностью красная форма. Красно-черная, красно-белая. Да. Ливерпуль полностью красная, как правило. Остаются полоски. Почему? Да нет. А полностью еще красная форма, я не помню просто. Мидлсбро. Ну я вспоминаю. Вот, Мидлсбро. Все, вот я это вот видно, что человек исправляется. Все хорошо на пути. Так, надо тут спасать. Да, тут все. Я сижу, блядь, на лавке в городе, где нет реки. Метро в городе есть в этом? Есть река. Есть река. Есть река, а метро? Нет. Метро в реке. Метро в этом городе нет. Да блин, ну как ему сказать? По-моему, нет. Да нет. Речные трамваи присутствуют? Так, бля, я точно не знаю, зашквар, придется с нуля все угадывать. Это как-то... Я футболист вот с этого. Мы где находимся? Мы находимся на игре, да? Да. Это связано с женщинами? Нет. Да, ёпарасоте. Я не вспомнил до сих пор клубы в красной форме из АПЛ. Да это бывает так, клинит. Ну, бывает. Ну, поверь мне, ты когда узнаешь клуб, ты такой, бля... И мир надо смотреть. В моем названии два слова. Одно. Так, подожди, не задавай вопрос. Подожди, я сейчас все. Ты метро? Когда начал отгадывать города, метро. И даже реки, все это было здорово. Но ты... Но хуёво, что я до сих пор не отгадал. Да потому что ты идешь не туда вообще. Ты посмотри на таблички Ромы, на таблички... Ну, блин, а у меня... Все, у меня... Арсенал! Что объединяет все таблички, кроме моей? Да что, мы их не сняли? Да, верно. Сейчас вопрос был, или? Он же не читает, правильно? Он уверен, что, ну, прикол в прямоугольнике, нет, в картоне. Нет, я не знаю, что ты вообще, что ты имел в виду, потому что либо... Потому что его ошибка кроется в том, что он не задал очень важный вопрос. Я про это и говорил. Подожди, а что мы? Ну-ка свою табличку покажи. Нет, у меня не подходит под эту логику. Я не знаю, какую логику придумал. Я ее не вижу, например. Да в смысле ты не видишь, блядь? Даже вопрос-то... Не, ну я вижу, но это отдаленная такая. Даже вопрос такой звучал за столом, который он должен был задать. Ладно, давай, задавай какой вопрос. Мне больше 30? Да. Да. Я атакующий игрок? Да. Я нападающий? Да. Блядь, сейчас опять скажешь, что... Ну не так уж это все и грустно. А электрификация в этом городе? Проведена электрификация, блядь. Вот всегда, когда кажется, площадь, что он куда-то идет, да? Да. Возле администрации есть памятник Ленину? Я только хотел задать вопрос, но он ему поможет, кстати. Так, я играл за сборную, и сейчас на поле очень редко я появляюсь. Да. А за «Зенит» играл? Да. А ты зачем вопрос задавал, если такая пауза? Сейчас, так, это как-то связано с пенисом? Нет. Нет. Все в мире связано с пенисом. Даже если посмотреть на ваши таблички, как вы сказали, это все объединяет. Нет, я сказал, моя нет. Он слал кого-то на пенис. Хорошо. У меня связан какой-то сексуальный подтекст происходящий? Нет. Ну, женщины можно было с самого начала сказать. Ну ладно, нет. Нет? Моя бывшая жена Барановская? Да. Кто же я такой?
Так, Аршавин, да? Он знаменит своей фразой что-то денег нет, но выдержите. Это из разных вселенных получилось. Ваши ожидания — это ваши проблемы. Вот это зашквар. Нет, нет. Это связано с судьей. Блять, мы сейчас тебе скажем да, мы тебя потеряем нахуй. Этот зашквар. Это вне футбольного поля. Знаки, знаки, знаки. А тут имелся в виду футбольный судья или... Не на поле, не на поле, не на поле, не на поле, типа. Тебе на самом деле случайно дали подсказку. Вспомни все эти моменты, да, блядь. Да, кстати, да. Но ты не туда идешь. Тебе тогда дали подсказку. Так, это связано с его какой-то личной частной жизнью. Ну как, это, по идее, это и частная жизнь, в принципе-то. Ну нет, ну когда мы говорим частная жизнь, мы имеем в виду, типа... Это слив куда-то с телефона. Ну нет, ну да, так нет, нет, нет. Это связано с употреблением спиртных напитков? Нет. А у меня были скандалы, связанные с судьями? Нет. Нет. Ладно. Так. Что он имеет в виду? Да я хуй. А почему вы тогда отвечаете «нет», не знаю, что я имею в виду? Что ты имеешь в виду? Нет, ну я имею в виду, что... Ладно, да. Я имею в виду, бил он по лицу судей. Нет. Так. Широкого он имел в виду. Да, да, да. Типа... Поэтому был, блядь, и Рубин, и Зенит, и Спартак. А просто Широкого можно было спросить? Можно было. Но я зашел через реки. Он кому-то нагрубил? Да ебись оно конем, блядь. Его зашквар связан с деньгами? Да. Возможно, он сейчас в тюрьме и звонит людям. Возможно, он из-за более высокой зарплаты перешел в другой клуб? Нет. Или я играл в чемпионате Италии. Да. Ну, как играл, понятно, да? Я Кокорин. Да. Да. Все, я все помнил. Что это легионер, у тебя легионер, а ты отгадывал русский. Да ты, бля, это можно было подумать, ну, это да, играет в Европе, этот играет в Европе, этот играет в Европе. И этот играет в Европе. Ну, это там логик ты закинул туда. Да, так, понятно, футбольный клуб Сочи. Не, я имею в виду, что все. Так, это связано с алкогольным опьянением? Да. Да. Это я бил стульями людей. Да. Я ударил стулом господина Пака. Заба, ура, твой трюк с реками сработал. 8 октября 2018 года Александр Кокорин в ходе конфликта в кафе ударил стулом чиновника Дениса Пака, за что впоследствии был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Все верно, да. Господи, так и написали. Господина Пака. Так, остались ты, который уже щупает свой зашквар, и я, который зашквар даже не видит, блядь, еще. Не щупаешь свой зашквар? Вспомни про пенис. Ну, это была в коем... Да? Подсказка, что все ваши зашквары так или иначе связаны с пенисом. Вспомни про пенис Гёдзе. Ты видел пенис Гёдзе? Представь. Пенис Гёдзе? Да. Гёдзе и пенис. Он, ну, с такими большими щёчками и чёлкой. Куда-то в сеть попали фотки его пениса. Не в сеть, а просто фотки его пениса были. Вот с ними связано это все. Блять. Ну тут, по идее, как бы с пенисом же связано. Давай я просто загуглю. Пенис Гёдзе фото. Давай. И если я увижу... А можете в названии ролика написать «Реки и пенисы»? Реки и пенис Гёдзе. Ну прям фоток. Ты загуглил. Да, да. Пенис Гёдзе. Ну вот прям фоток, только в трусах, Ром. Я понял. Ну, короче, ответ на мой вопрос нет, да? Фоток пениса Гёдзе на просторах сети. Окей, окей, нет. Окей, давай. Босс, только не давай телефон в руки жене. У нее явно возникнут вопросы к твоей истории браузера. Так, это связано с тратой большого количества денег? Нет. Ну, типа, у него эрекция где-то случилась. Кстати, там такая фотка была. Наверняка на чемпионате мира. Но это не то. После того, как он забил победный гол. Не эрекция, типа. Не эрекция. Так, это связано с моей личной жизнью? Да. Не плачу алименты, возможно. Да. Эмир, выдохни, десятку точно дает КОС. В июне 2019 года Андрею Аршавину запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам. Бывший футболист не явился на заседание суда по бракоразводному процессу с Алисой Казьминой и не платил назначенные судом алименты на ребенка. Уничижительная манера не вышла. Ребят, да. ребят. Ром, ну хотя бы попробуй. Ну пенис, Гёдзе и не... Ну может, ты локацию получше угадаешь просто.
локация. Ты вот уперся в это поле, блядь. Вообще, в принципе, что с пенисом? Ну, как у тебя обстоит какие вопрос? Какие функции пениса? Да, что ты делаешь пенисом вообще, Ром? А, ну типа поссал где-то, что ли? Конечно. Блядь, да сколько можно ссать на поле? Ссал да ну такие люди, блядь. А где ссут? На стадионе? Типа не на стадионе получается. Нет, подожди, ты сказал на поле, он не на поле поссал. Ну типа я говорю, не на поле, это получается он поссал где-то, блядь, за пределами где-то, на стоянке где-то. Смотри, нет, вокруг поля есть стадион. А на стадионе много всяких помещений. И тут течет река. Реку обозначь обязательно, да. Ну, видишь, разных помещений. Получается, связано с рекой. В идеале надо зайти в одно из этих помещений, где есть туалет. А он до сортира поссал где-то. Ну да. Иначе это не был бы зашквар, я думаю. Йодзе пописал в туалете. Или что-то, или где-то. Поссал, короче, в этом проходе где-то на стадион, да? Ну, в раздевалке, у раздевалок. Кос, прозвучит странно, но с тебя десятка за то, что ты не следишь за писающими мужчинами. В апреле 2013 года во время предматчевой тренировки Дортмундской Боруссии перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов с Малагой Марио Гёдзе справил нужду между рядами трибун, рядом с раздевалкой, хотя время дойти до самой раздевалки и сделать это культурно у него было. У раздевалки, да, вообще. На стадионе, но раздевалки. Сегодня Кос попал на 10 тысяч, но главное, чтобы вам было смешно. Поставьте в честь этого лайк и подпишитесь на наш канал. Десятка, позу,